Мурманские полицейские накрыли подпольный игровой клуб в одном из жилых домов в Октябрьском районе. Казино было замаскировано под обычный бар. В помещении игрового зала бойцы ОМОНа Росгвардии провели обыски, изъяли компьютерное оборудование, видеокамеры, документы и денежные средства свыше 30 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в Следственный комитет по Мурманской области для принятия процессуального решения.